когда вот эти сборные, которые сейчас подтягиваются по уровню, это Турция, это та же Япония, и мы видим, что Бразилия уже хороший уровень демонстрирует. Больше стран у нас на подиумах этапов Кубка мира появляется, и на европейском подиуме в том числе. Поэтому Олимпиада в Токио, конечно, будет максимально интересной. Но открывает это упражнение команда Украины. Неплохо справились девочки с упражнением. Была одна потеря. Пару шагов бежала гимнастка за обручем. В целом упражнение очень неплохое. Широко девочки двигаются. Ну, музыка как бы должна соответствовать. Движения должны соответствовать музыке. Требует широкого перемещения по площадке. Вот, напомним вам, что есть такая возможность шестую гимнастку менять в одном упражнении. И вот в упражнении с обручами-булавами стоит недавняя личница, которая еще на этапе Кубка мира в Софии полтора месяца назад выступала в личном, Ева Мелищук. А вот на этап Кубка мира в Ташкенте она уже поехала в групповом. В целом неплохо справилась. То же самое было и в Ташкенте. Она уже выступала в групповых. Да. Это опять-таки говорит о том, что сейчас тренерский штаб Украины ищет вообще возможности, да, кого куда отправить, кто где будет выступать, потому что Ева и на чемпионате Европы в личном выступала, да. И среди всех девочек она там, наверное, наилучшим образом себя проявила. Ну, пока выступает в групповых, надолго ли и что будет к Олимпийским играм, это вопрос. Но пока еще хватает соревнований, чтобы увидеть девочек во всей красе, и личниц, и групповичек.
мы вспоминали уже, что у украинских групповичек не все получалось в начале сезона, и в первом упражнении с мячами они финишировали только на 7-й позиции, при том, что вроде бы неплохо все сделали, но заняли только 7-е место. Но это к разговору о том, что сейчас они 38 получают, а тогда они получили 40,9 и заняли только 7-е место. Сейчас но очень... Напомню, что за обруч булавы будет оценки поменьше, чем за мячи. Тут будет сложность тоже поменьше набрать.